секунду, у креста заметку. Скажешь, как будешь готова к Кёна? Сейчас все готово. Бург сидит, мочи, ничего не... По таймеру вставь на первой секунде. Угу. Сломаем твой ключик, говно. Эй! Ставь. Я в 16-й хочу сгонять. Я тоже хочу. Так, сейчас как? Бери все. До моста. Включаем мост сам, да? А можешь разбить это на 3 пака, можешь на 2. Как тебе удобно. Афикс легкий, поэтому бери еще одного пока. Афикс-то легкий, только я его еще не тестил ни разу. Да, что ты тестишь? Сейчас тот придет. Чего у тебя птички же? Там сзади. А, деревья. Я думаю, че агро нам не на мне, а это деревья. Так я же спросил, у тебя сист ткнуть, чтобы тебя не убивало. Да, я просто забыл про эти деревья. Пошли следующий. Оп. Еще птички. Пошли следующий пак. А, пошли. Фига у тебя рейндж. Ой. У звездопада? Да. Да. Ё-моё. Что такое? Я в рейдовом друге. Упс. Ну, пофиг. Это плохо. У меня придастся, на рог не жалко. Ой, а я тоже не в нужном билде. Ой. Баболёхи, блин. Чё сегодня за утро? Одни баболёхи. Ты с апофеозом ходишь в плюс? С чем? Да. Ты меня спрашиваешь? Нет, у приста. С кем? Ну, с апофеозом ходишь? Это кто? Ну, ты говоришь, ты в рейдовом таланте. Я не очень сейчас понимаю, что ты спрашиваешь. Ну ты таланты меняешь между рейдовыми и данжиками? Естественно, я даже в рейде пару раз меняю за рейд. Ну, на биндинг. Ну, на связу. Он пытается спросить, какие таланты ты берешь в ключики. На Паш, маму. Я сейчас, подождите меня секунду, я выйду и зайду буквально вот. Аналогично. Прям. Мне это необходимо, иначе я не отхилю этого. Два бубалёха пошли в ключик. С рейд билдами. У меня наоборот инст билд. Ну, буквально все, я уже все. Заходите обратно, давайте шустрее. Ну все, сейчас давай там жарь, как не жарил никогда. Да я уже все пожарил. Заходите. Да мы уже здесь. Артём, на 7 секунде пуляй, хорошо? Давай. На 7. Смертные! Вы уничтожили мой народ! Как же Гера? На обычно по фэншую, наверное, она у тебя. Не? Да, ждаю. Я деревяшки дам, когда соберешь мобов на этой самой, ты понял? Что-то я даже не чувствую 15-го. Начинаю. Смертушки моей хотите? Бойтесь меня! Тени Хельхейма! Собери их, стяни в себя, я дам эту самую. Нельзя стягивать. Ну, посмертный у нас уже познал холод смерти. И не страшно. Чуть-чуть. Ну, он же, блин, ДКшка, это что? Ну и что? Ржина такая некрасивая. Мне нравится. Ну, я не знаю, это персонаж такой.
Рога у тебя, а видишь, что затригерил. Ну, меньше скелетов будет. Баба. Бэр. Бэр. Еще бэр на тебя не тратил. Ну, ты задница, Паша. Давай тут, поехали. Этот и левый пак. Ладно, я сам приведу, стой здесь. Но он придет не сам. Слушай его, не только, слушай. Только выведи, да, чтобы бочки не ловить. Артем, никогда не слушай сам. Так, да, не слушай да. Жрицу. Она не знает, что она говорит. Кион, ты сильный хил? Не очень, а что? Это не вопрос. И это не предложение, это утверждение. То есть придется, да? Нет. Зачем приходиться, если так и есть? На левом. Так. А вот фонаря хочу отдельно. Ждем. Ждем. Не пила, да? Не, я ману попью. Держи красивую косу. О, спасибо. Ой, ништяк. Поехали. А есть какая-нибудь игрушка, которая надолго делает? Да, называется сова. Как? Называется сова. Извини, персонально сову с собой не потаскаешь. Я такая сова, что я сам кого бы на собой потаскаю. Пошли. Вот этих еще трех, чтобы больше. Маньяк, нет? Не, сейчас он отойдет от пака. Я на него бурсты сдам. Кион, я первый лич сдам. На первый фонарь. Давай, раз, два. А, нет, не сдам. Хорош. Такой подъеб от бога. Да ладно, не так уж и больно, не фортифай же. А вот сейчас пойдет лич, если что. Хороший лич, Артем. Давай еще один. Не, здесь я его не сдам. Ну ладно, уговорил. Он на тебя навонял. Почему я не понимаю, о чем вы говорите? Лич, это, короче, самоисцеление всей пати повышает он. Только на лестницу его морду не поворачивай, я здесь стою. А куда? На меня что? Да, на Кион давай, можно. У нее плащ есть. Да я пойду вот сюда. Нету, я плащ не нужна. Почему? Очень непрофитно. Сейчас бы плащ не носить в 2017. А лечить у вас кто будет? Плащ? Да, давай, пуляй. Да сейчас. Я тут ходила в героик без плаща. 6 кусков. Блин, я в топе была. Я просто на всех боссах была в топе. 6 имеешь в виду 4 плюс 2? Угу. Я наслаждалась. Это просто капец. Там все друиды и шаманы. Они все где-то были очень-очень далеко. Как я люблю это. Миллионы, это миллионы, понимаешь, там такие цифры смотришь, господи. Думаешь, зачем мне это плащ? Ну что, готов? Давай насчет 10, у меня пота на когда. Все с плащами играть, не могу играть с плащами. Погоди. Запускай чё. Давай на семерочке, у меня уже пот готово. Давай. Новые души. Я отвезу вас в глубины Хельхейма, но вам придется заплатить. То есть вас нифига не волнует, кровь, потому что люди не знают, что вы с семеркой. Ой, да ладно, один пот это нормально. О, один бубалёк поймал косу. Заплатите духом. Я тут три подряд поймал. Не дали сбить каст. Я помогу тебе освободиться от ее плоть, сковывая душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета.
Хочешь, я их нахожу, я их хилю. Ух ты! Не надо. Восстань, прислужник! Собери нашу плату! Пикассу не лови. Ну, не знаю. Не хотите платить мне? Заплатите духом! Блин, вот видишь? Невозможно. Ничего. Ой. Ну, танку можно. Душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Наверное, да. Не хотите платить. Но мне разик-то тоже можно, но только разик. Прислужник, собери нашу плату. Ёп. Резнишь? Может, сейчас. Не надо? Давай я. Я забираю твою душу. Да блин, я не успеваю отличиться. Не надо меня рисать. Давай, Ешкина, давай. Из-за Ешки сразу выйдет, ты знаешь. Встань, прислужник, собери нашу плату. Не хоти плоть сковывает душу. Опять я меня? Тебя освободиться от ее гнета. Вот это ты плохо сделал. Да нет, пройдем. Рожка сдох. Рокил, блин, максимум. О, второй сейчас сдохнет еще. Восстань, прислужник! Собери нашу плату! Твою мать! Не хотите платить? Вот мне. И я про то же. Заплатите духа. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Ну я не знаю, что ты делаешь. Если посмертный сам запилится. Или ложитесь. Восстань! Будешь слабо, то кнопка. Ну там немного так, ну я не знаю. Я ненавижу утробу. Не берите меня сюда никогда, я краб. Не хотите платить мне? Заплатите духом. Упс. Не, нифига. Еще одна душа скинула. Такие миллионы не выхиливаются. Угу. Слишком много. Миллион оттуда, миллион отсюда. В квартале звезд там хоть как-то можно было разбежаться. Там просто босс дамажит чисто физикой. Вот и все. А дело не только в физике. ДК себе и магию также отхиливает. Магический урон. Проблема в том, что здесь источников целых три было в одном месте. Там физики, физика чистая, которая уменьшается чисто броней. Вот почему там легко. Нет, Паш, понимаешь, у ДК, ДК, даже получая магический большой урон, может себя отхилить. Но, если он получает много из разных источников, то он не отхиливает их вместе. Ой, подожди, я поем. Бон аппетит. Угу, спасибо. То есть каждую секунду в меня по 3 миллиона влетал, по 4,5. Подожди секунду. С Герой. Через 10 секунд. Сейчас я урону еще съем одну. Давай на счет три. Раз, два, три. Чтобы попасть в Хельсинг. Бляха. Нужно заплатить кровью. Можете. Ты сам сказал на счет три. Все верно, я барабан на кулон повесил. Свою плату. Не хотите платить мне? Продолжать барабан? Заплатите да. Духом. Плоть сковывает душу. Я помогу. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. А где? Чё? А. Кош? Понятно. Роговские штуки. Восстань, прислужник! Собери я нашу плату! Не хотите платить мне? Заплатите духом! Бляха, Рога сдолбал дохнуть. Лох. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Че, не задоджил? Этот нет. Восстань, прислужник! Собери нашу плату! Собью. Я забираю твою душу! Должен. Не хотите платить мне? Заплатите духом! Я же вышел.
Восстань, прислужник! Ну, как бы... Я не знаю. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Не, не вариант. Каждый должен заплатить кровью. Да. Паша, а ты в соус можешь его загасить? Совой? Ну да, ну вот это вот отражение, или как, которое кастует. Да, вижу. Тогда я не буду вводить его в это говно. Пускай рожки пилят босса, а ты мопчика. Да у рожек шедостеп есть. Прыгнул туда, прыгнул обратно. Ну у мутика один шедостеп, у Shadow 2. Грёбаный Харбарон. Угу. Да он изейший, просто его изи в 2 РДД убивать. Вот просто изейший. Не считай хила. Так, я готов. Дай отчет, пожалуйста. Вас в глубины Хельхейма, но вам придется... Я минус один рожка. Кровью и плотью. Не хотите платить мне? Заплатите плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Так, это он задоджил. Ага. Окей. Второго соло убьешь? Восстань, прислужник! Не уверен, попробуй. Собери нашу плату! Твою! Ну, как бы БРов нет. Я знаю, что нет еще 14. Заплатите духом! И второй отъехал. И это вайб. Пятнадцатый ключ превращается в 14. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Да он уже превратился. Да ну нафиг, мне. Блин. Восстань, прислужник. Собери нашу. Каждый должен заплатить кровью. Может, 14 пойдем? Нет, нужно пройти. Нельзя бросить ключ. Ну, 14-я утроба гораздо приятнее, чем 15-я. Ну, мы в 15-й. Прям, ты знаешь, в разы. Ну и что, добить надо. Потом мы 14-ю сходим, не сомневайся. Только уже будет, это уже не утроба. Ну, тоже другой вопрос. Я не хочу утробу больше, не зовите даже. Почему? Ты видишь, я тут оленю, потому что... Ну, ты лучший данжник. Самый худший мой кошмар. Так он просто не стой на пути какого-либо говна. Все. Просто отбегать. Бегать. Туда-сюда, туда-сюда. У тебя все просто. Я всегда все просто. Да игра сама по себе простая. У меня руны закончились. Купи руну экспресс. У меня нет ее. Репутацию. Я готов. Бурсты еще 40 секунд, когда. Ну, погнали. Да. Фаск ты уже выпил. Понятно. Чё ждать-то? Чтобы попасть в Хельхейм... Я в миле буду тусить, короче. Кровью, да, и какашку разливать тоже в миле. Угу. Видишь, когда я в миле, они у меня её кастуют. Не хотите платить мне? Как ты думаешь, у него... А у тебя все равно поймал. Душу. Я помогу тебе с этим псовом какое-то предвзятое отношение. А я не про себя, я не себя у тебя назвал. Нет, ты говоришь, когда ты в мели, он в тебя не кас. Да. Вау, 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 нагадил, нагадил. А там где стелс? Паш, убьешь? А ладно, роги займутся этим. Давай. Убиваем, убиваем. Не хотите платить мне? Заплатите. Твою же дивизию, пиздец.
Вот брал сраный рейдовый талант только ради того, чтобы на первом боссе не дух. Но почему-то мы дохнем на втором. Ну! Первый босс здесь. Нет. Танка только. Вот именно. И если бы я не взял бы захват он, мы бы я бы отъезжал бы от любого боевого коста. Какой ты слабый. Не я слабый. Это механика так задумана. Какая механика слабая? Бери автомат, я же говорил. На, ну кто да. Кто АК никогда не подводит, да? Кто же на механике 2017 катается? Ну, я просто не лутаю 950 релики. Какие ты лутаешь? 930-й. Да? Да. Да он задолбал, мудил, у меня ОЕ идет. Пипец. Бабах! Не, изи, вообще. Мы же убежали. Не, бежали рядом? Не отвлекайся. А значит. Восстань, прислуживай. Так меня задело это? Нет. Я просейлся. Не хотите платить? Так. Это дискриминация престолов. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. А уешим. Восстань, прислуживай. Ты что, троллишь меня, пидор? Собери нашу плату. Чё ты так, Сим, за что? Не хотите платить мне? Шум, пидор. Заплатите духом. Как я задавался, это все потому, что он мертвый? Угу. В твою. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Не хотите платить мне? Восстань. Жизнь. Да ну. Смерть. Гор. Я всего лишь. Гор в правой стене. Артем, здесь багует опять. Окей. Я как-то я шел медведем и спулил с левой стороны все снизу. Так, вот этот здоровый и тот здоровый. А зачем за второго? Хватит одного. Хватит. Нет. Спорим. Я хочу второго. Я хочу второго. Хорошо. Все, Паша, после этого ключа ты честный человек должен на мне жениться. Это Артём поженится. Он меня не звал сюда. Это его ключ. И вообще это невозможно. Это мой лимузин, прошу заметить. Почему лимузин? Ну. Вы молодожены, а я лимузин. Угу. Не, мы уже вроде как решили, что Артём её усыновлю. Всё. Бери. Стоп, сейчас. Да, давай полпалубы. Давай два пака. Нет. Почему? Да киков не хватит на все это говно. Да кикать не надо, это заливается. Мобы тонкие, посмотри какие. Мобы тонкие, а только что сбил два коста я. Ой, вуфил. Вуфил, потому что... Умри, умри за вуфила. Гори в агонии. Вот фир. КЗ меня не поферяло, мне норм. Артём! Умри, умри, умри! А я КЗ сбивал. Извращенец. Нет, у вас отношения. Вот. О, кто-то сбил. Умри. Молодец. Сова. Сова, а где убейте. У меня Игорь? Кто сова? Это я не ощущаю. Иннер мой где? А, держи. Сейчас-то зачем? А, ну да. А, кстати, в Херстоуне прикольное описание карты Иннер. Озарение которое. И какое там описание? Два последних пака бери. Стоит это 5-10. Ну зачем? И нам не хватает этих еще? Стоп. Да вот этих. Нет. Бери вот этот первый пак, вот этот. И вот этот. И последний пак. Возьми последний спер. Ну кого черепок поставил, того я согрел. А звездочку, а крестик на кое поставил? А я его не вижу. Я про то же.
Мне эта коса будет сниться, блин. Так, этих берем, нет? Нет. Так, понял. У нас, нам нужно последних, последний пак и Скьягова. Поэтому бери их двоих. Вместе вот этих двух? Да, этот и босса. Выпускайте скелета! Выпускай скелет. Уничтожить сухопутных крыс. Роги так хорошо кас сбивают, это пипец. Что он вас создал? У тебя дам откинуться, живи. О! О! Молодцы! Первый отъехал. Почему сразу двое? Я тоже отъехал. Мне. Киона, быстрее спасай нас. Так беги ко мне. Бнил. Не. Класс. Не добегал. После этого ключа пойду завтракать. И это правильно. Уничтожить сухопутных крыс. Ай. Как я согласен. Хилимся, живем, хилимся, yes, живем. Я сказ пошел, молодцы. Погибнуть в море. Приятная смерть. Это нормально, то, что у меня столбик хп прыгал, как я не знаю кто. Тряпочные ДК с ней всегда так. Это вызов. PvP или засал после инста? Я тебя в мишке разобрал. Да-да-да. Ты че, пес? Я твой дроп. Иди дром, сюда, пора. На мужика. Пошли. Вы далеко зашли, но теперь вас ждет. Это потому что тебе потанковать не дали, да? Нет, почему? Ты вредничаешь. Почему вредничаю? Вот я тебя и спрашиваю, почему ты вредничаешь? Направо. А, ой, ай, ой. А у Тиара? Детектед? В смысле? Меня даже не продамажило. А я не про тебя, потому что. Там Рога был. Да. Там Рога, который поймал дамаг. Ну, Роги можно, почему бы нет. Он один раз сдохнуть может. Но это не отменяет того, что он у Тиара. Но он не русский. Я же говорю, у Тиара. Ты его не оправдывает. Да нифига. Примите свою участь. Бери милишную, а я кастерская добью. Чтобы она не била с самого начала милишников, нужно кинуть таун. Ну, я же говорю, у тебя. Нет! Это невозможно! Чистейший, конечно. Сейчас еще пальцо идут, БР. Так. Кион, отойди. Он тебя бьет. Или ласкает. Ай! А какого черта? Вставай. Так, а я подниму. Просто... Не поднимай аутяру. Да, все, забей. А, сейчас бы аутяру в 2017 резать. Я сами первый. Я не могу тебя вообще. Все, тихо, не смеши. Мне сейчас убегать еще из-под ее морды. А че, она кастовать не будет, как у меня придаст, да? Налево. Ой, налево кастует. Ты хорош. Я почти в тебя поверил. Мне сказал, налево кастует. Самое важное уточнить после того, как ты отдал команду. Знаешь как? По моей команде тут все вроде огонь, да? Или как там? Залп! Залп по моей команде! О, так, а это? Стреляй. Минус ДК. Ну ладно. Где-то я это уже видел и даже слышал немножко. Только что на хиле от ее тентакли.
А это легально вообще? У меня в рейде порядка 2 зрителей, сейчас 4. 5. Я утоплю вас, как крыс. По центру, держи в курсе. Держи в курсе. Я тебя внимательно слушаю. Кимон, вернись. Еще тебе... Вернись на край, Кимон. На край вернись. Нет. Хилю. Не хочу. Сова, которая мечтала хилить. Иди отсюда, прыгай вниз. Иди сюда, иди сюда. Пи-пи, у меня пи-пи. Маны все равно нету. Держи энергию. Бей босса. Пи-пи ему. Пи-пи или засал? А почему сразу я бей босса? Не ты, он. Я утоплю вас. О. Все дамагеры целые, пусть и бьют, а я нет. Если ты будешь давать анонс своему 15-й ключ Киона vs Харбарон, я думаю, у тебя очень много будет зрителей. Я тебе подниму рейтинг. Нет, 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 Киона, не на центр. Ба-бам. Я не хочу бегать. Мне лень, все, отстань. Не, ну маны нет, дай повече, я устал. Ну я устал. Паш, это все из того, что ты Иннер ей не дал. Ее маны мало, ей пришлось в дух уйти. Я дал Иннер. А меня сейчас вот видишь убило, ты не пойму, то ли этим, то ли дыркой чем-то. И на меня дебаф, конечно. У меня ДПС хороший, нужно, чтобы сова сдохла. Вот интересно, а фига ли был у совы здесь ДПС выше, чем у Рок? У тебя есть лич? Меня? Есть. Да, потому что я сейчас скажу ББ. Ей, отъезжает все, смотри. Ну хоть хилпотик бы. КД на хилпотик. Когда успел, вам еще там много добивать, кстати? 2%. Один. О, смотри, сейчас рожка отъедет, а у тебя расстрельцы. Бим, 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 бим. Бим. Дай БР. А, ну да. Нет, 7 минут. Полежишь? Чемпионы, блин, Альянс. Давай его здесь оставим. Как я с вами в один план... О, колечко. Скорость и искусность. Я бы за такое убил. Где-то 3 дня назад. Что там за колечко? То есть я опоздал, да? Да. Оставься. Ну вот. Фига. А знаешь, какое сегодня? Мусорный релик, еее.